такая температура с раннего утра. Ну а всем привет, всем доброго времени суток. Рада приветствовать всех на канале. У нас с самого утра кипит работа. Начали мы разбирать забор. Не весь, только пока вот с этой стороны. В общем, штакетник давно куплен, а сам забор все никак не можем поменять. Но сегодня вот супруг решил с утра заняться, пока погода. О, лёп, ломать не строить. Угу. Это нужно на баньку. Ну да, на баньку все уйдет. Непривычный вид, а раньше ведь в деревнях вообще не было никаких заборов и загородок. В общем, ладно, даже обходить не буду. Пошла я заниматься своими делами, пока сегодня погодка. Классно, раз, перешагнул и уже на территории, да? Ну, сейчас без загородок никуда, потому что собаки, коровушки бывают, попадают. Так что надо делать. Сегодня, пока выходная, все дела, все бегом-бегом в темпе. Быстро сготовила, сейчас выхожу на улицу. Пока позволяет погода, пока есть время. Помидорки видите сами какие, можно уже высаживать, а у меня не готова даже теплица. Поэтому сегодня все на улице. В теплице тепло, земля сухая, много травы за эти дни вылезло. Но прежде чем копать ее, готовить под помидорки, мне нужно убрать клубнику. Вот это у меня черный принц с прошлого года. Я, конечно, немножко поубавила, но вот эту я все оставляю. А вот эту ремонтантную, которую мне привез супруг с другого региона, мне нужно высадить сегодня обязательно на грядке, чтобы она не мешалась, сидит она вот с самого краешка. Чем сейчас и будем заниматься. Корневая система замечательная, хотя такие были слабенькие, думала, не выживут. Ничего, пересаживаем. А вот земля очень-очень сырая и очень холодная. Но деваться-то некуда, сажать надо. В общем, сажаем. В лунку под корень при посадке буду вносить вот такой препарат. Растворяется в воде. Кому интересна информация, есть в интернете. Рекламировать и рассказывать особо не буду. В общем, вот такой вот вносим под корень и сажаем. Ну все, в принципе, высадила. Сейчас еще перегноя подсыпем и нормально. В общем, теплицу я вскопала и должна сказать, что земля снизу очень-очень сырая и холодная. Сверху вроде и сухо, но снизу прям влажная. Сейчас закрываю, пусть греется, а немножко на улице потеплеет, буду высаживать томаты. Привариваем вот эти металлические перекладины. Сосед нам приваривает. Спасибо огромное. Обрабатываем вот этот профиль металлический краской для защиты от ржавчины. Ну все, в принципе, да, сейчас только подсохнет и прикручивать. Лучше прокрашивай. Я не видела? Такая специалистка, как вы. Это вы там все. Видела, как я прокрашиваю? Так же ты красишь. Я краску экономлю. Чтобы косяков не было. Найду, заставлю перекрашивать. Давай, молодец. Вот не прокрашивала. Смотри, лучше здесь. Плохо, когда маленькая ростика. Ладно, молодец, давай. Свою вот половину так. Покрасил, все. Давай, давай, надо, чтобы и ты приняла участие. Твоя, да? Участие надо, чтобы ты приняла, принимала. А как? Ну, а что сделать? У меня своих дел полно. Сегодня еще занимаюсь деревьями. Приствольные круги окапываю и вношу удобрения под все плодовые деревья. Яблони вроде бы пережили, почки отличные. Здесь тоже все замечательно, хорошенькие почки. Вот такое удобрение вношу, азофоску,
под все деревья, кусты. Ну и сейчас занимаюсь еще с земляникой. У нас резко начала портиться опять погода. Ветер сильный, дождик капает. Сейчас прорыхлю кусты. Это у меня земляника ремонтантная. Все сухое убираю и тоже вношу удобрения. В общем, занимаюсь земляникой. На сегодня в огороде все. Ну, как-то так. Вы сами-то довольны? Очень высокий, кажется. Вот. Ты, он выше тебя, да? 1,80 м. У всех по 2 метра. По закону 1,80 м. Ну, соседи немножко пониже, и цвет немножко другой. Ну, мы и хотели немножко повыше. Повыше хотели сделать, потому что зимой собаки перепрыгивают через огород в легкую, дерутся с нашими, наши в основном на цепи, и поэтому, ну, чтобы не было посторонних. Опять же, яблони у нас повреждали несколько раз. Вот, например, вот эту вообще бедную, всю, все ветки хорошо покушали, поэтому сейчас она под защитой. Ну, в общем, сделали. Сейчас Аська заценит. Закрывали сегодня, ее не пускали. Ну и по времени вышло 6 часов. Рельсы, которым крепился старый забор, у нас были заколочены. Вот в основном, да, перекладины надо было приварить. Вот эти металлический профиль покрасить, подождать, чтобы подсох. И уже вот эти сами штучки, рейки металлические, да, крутить. Поэтому больше-то стоило собраться, чем... так называемой работы, ну, времени всегда хватает. Ну что, тебя выпустили? Весь день не пускали, да? Разгорожено же было, чтоб не выскочило. Все? Были лазейки тоже и подкопаны, и все, никак. Все? В эти дни у нас были не только домашние огородные дела, были у нас и многочисленные поездки. Не может не радовать, что продолжается ремонт дорог в нашей области. Местами где-то просто ямочный. Местами готовятся для снятия старого полотна, для замены на новое. Вдоль дорог свалены деревья. Возможно, будут расширять полосы. Строятся защитные ограждения от лосей, чтобы избежать аварий на дорогах и не травмировать животных. И чем дальше отъезжаешь от родных мест, тем заметнее, насколько больше листва на деревьях. Все-таки у нас намного холоднее. Но это я показываю вам вид на город Судиславль нашей Костромской области. Красивый пейзаж, все время любуюсь, проезжая это место. Кострома нас встретила шумом, вечными пробками, какой-то своей суетой, раскаленным асфальтом. Здесь мы были проездом, поэтому я особо не снимала. Немножечко поснимала матушку Волгу. Ну а проезжая вот это место, всегда вспоминаю, что здесь недалеко живет наш знакомый блогер Александр, у которого тоже есть свой канал на YouTube, называется он «Земля кормит». Так что, Саша, если смотришь, огромный тебе привет. Всегда вспоминаем тебя, проезжая это место. Но это уже граница между Костромской и Ярославской областью, и целью нашей поездки в этот раз был город Ярославль, в котором у нас были дела. Но это уже соседний район, вечерний город Галич со своей спокойной, размеренной провинциальной жизнью. И в этот вечер был обалденно красивый закат, красотой которого мы не могли с вами не поделиться. Конечно, камера не передает всех красок, но это нереально красиво. В этот вечер на озере, на местной набережной было очень многолюдно, и все старались запечатлеть эту красоту. Кто-то фотографировал, кто-то снимал, как говорится, без комментариев. Ну а сейчас мы дома, дегустирую очередные вкусняшки. Спасибо, сынуля, что показал. Дал распробовать, ну и подсадил. Кстати, муж не оценил, сказал, что ничего вкусного. На улице у нас почти 30 теней, и такую температуру обещают на несколько дней. Всем собакам, конечно, очень жарко. Спасаются все как могут. Ну вот это вот у нас кого-то, видимо, учуяло. Сделала такой нехилый подкоп, ну и все время проводит здесь, кого-то чувствует. Мышки, наверное, опять пришли. В общем, бесполезно ругать, видите сами, что делает. Да там и тенечек,
Вот так вот проводит время она. Кто-то балдеет вот так на зеленой травке. Кстати, трава у нас прет и прет. Скоро косить. Ну, а я потихонечку открываю огородный сезон, копаю, кое-что даже посадила. Прошу прощения за ветер, поднялся ветерок. Посадила уже свеклу, подготовила маленькую грядочку под морковку. Что-то подкармливаю, что-то полю, рыхлю. В общем, начали копать. Теплица пока пустая, но планирую высадить томаты и перцы, возможно, даже вечером. Забыла закрыть, но и Грета здесь провела свою ревизию. Ну, ничего страшного. Кстати, в проход муж мне выстриг и постелил старый рубероид, и мне очень нравится. Надеюсь, трава не будет сквозь него пробиваться и расти. Передаю огромный привет Татьяне с Орловской области. Знаю, что смотрит. Вот, наконец-то, показался ваш лучок, который вы мне присылали. И вот какая разница с нашим, с местным луком. Это тоже многолетник, но он просто перышки, не луковицы. А ваш вот только-только показался. Так, рада, нет слов. Спасибо огромное. В общем, жизнь идет своим чередом. Очень многие пишут, в соцсети пишут, куда пропало, почему нет видео. Друзья, ну сейчас такой сезон, все все прекрасно понимают. Начались огороды, работа у меня еще к тому же, поэтому ну, пореже буду снимать. Сейчас бегу кушать, немножечко отдохну и опять на грядке. Ну а всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. И до новых видео встреч. Берегите себя, дорогие друзья. Всем всего самого наилучшего.